театре ходила байка, как после войны Пельцер подружилась со вдовой Михаила Булгакова. Та умела жить красиво. На встрече нового 1946 года Елена Сергеевна устроила дома маскарад, объявила конкурс на самый оригинальный костюм. Фаина Раневская пришла одной из первых и сразу же произвела фурор. Она пришла в костюме, она, сверху у нее была шляпа, на шляпе было гнездо птичье, в гнезде сидела настоящая птица и что-то такое клевала. И вдруг лицо Раневской вытянулось. Она увидела свою давнюю соперницу Татьяну Пельцер. Но в каком виде? Она пришла обвешанная сушками, маленькие такие, знаете, вот есть не просто бублики, а маленькие сушки. И у меня весь костюм состоял из сушек. Раневская съязвила. Как же вы можете так обращаться с хлебом? Ведь еще не отменили продуктовые карточки. Пельцер махнул рукой. Угощаю. Гениально, проворчала Раневская.